Завтра одно из главных политических событий года. Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Стратегическая программа развития России сейчас в Гостином дворе финальное приготовление. Приглашение получили около 1000 человек. Сенаторы, депутаты Госдумы, министры, дипломаты, главы судов Верховного и Конституционного. Кроме того, аккредитованы сотни журналистов. Прямую трансляцию смотрите на Первом канале. Начало в 12 часов.